Друзья, всех приветствую. Хочу вам показать, от чего я немного шокирован. Вот, к примеру, бюджетный алмазный диск. Мы его брали за 350 рублей в качестве эксперимента. Мы им порезали очень много метров, и сейчас я покажу, как он работает. А теперь диск из дорогого сегмента, и им мы тоже где-то так же порезали. И также покажу, как он режет, чтобы понять разницу. А вот цена на этот диск. Не пойму, что вообще происходит в ценовой политике. А это моя альтернатива бюджетному и дорогому диску, то есть 3 в одном. Брал у 9 плиток. Стоит чуть больше рубля, а ресурс намного больше. Работаю на протяжении года, это просто неубиваемый диск. А вот посмотрите, что у нас творится с алмазными коронками. Совсем с ума посходили. Ну и тут я нашел альтернативу. Приобрел такой вот чемоданчик. Стоит он чуть больше 8000. В наборе идет 70-я, 60-я, 50-я, 40-я, 32-я и 22-я коронка. Сейчас попробую 40-ую. И 70-ю коронку. Болгарку берем с регулировкой скорости. И чтоб не тянуть резину, я прибавил скорость в половину больше обычного. Сороковая отлично справилась. Теперь 70-ю попробуем. Тоже справилась на 5 с плюсом. Ресурс у них очень большой, и поэтому для меня этот вариант очень выгоден. Да, вот еще, на рынке появилась одна новинка. Тут я немного закрасил клеем, чтобы прочитать логотип новинки. Ну и на протяжении какого-то времени я буду тестировать эту систему. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.